27 марта в мире отмечают День театра. К этой дате городским домом культуры Казахского общества глухих совместно с отделом развития языков был устроен бенефис актера Алибека Кунырбаева. Мероприятие также было проведено в рамках празднования 20-летия Народного театра клоунады «Мы вас любим». Театр клоунады «Мы вас любим», работающий в жанре мим, был образован в 2003 году. В этом году театру, получившему звание Народного, исполняется 20 лет. Сегодня в городском доме культуры прошел бенефис с участием всех его коллективов. Зрители увидят на сцене Алибека Кунырбаева, его семью, познакомиться с его творчеством, театром клоунады в целом. В лице артиста мы хотим показать пример семьи и искусства. Также в честь 20-летия театра клоунады мы планируем большое мероприятие с участием всех коллективов. А в июне мы планируем принять участие в большом республиканском конкурсе. Со дня основания театр радует своих зрителей интересными постановками. Коллектив неустанно трудится и покоряет большие высоты. Благодаря сплоченности и любви актеров к искусству, театр клоунады завоевывает почетные места не только на городских и региональных, но и на республиканских конкурсах. Участвует Дом культуры Казахского общества глухих. Также у нас много ансамблей. Я только что говорил, что у нас есть театр клоунады. Мы вас любим. Также у нас есть поющие руки. У нас есть танцевальный ансамбль «Жалом». Театр клоунады «Мы вас любим», можно сказать, в Казахстане один-единственный театр. И мы вот уже третий раз делаем бенефис. До этого никто в Казахстане не делал. Это мы первые начали в октябре. Именно что инвалиды по нарушению слуха. Я режиссер, да, театра. Ну и, конечно же, еще есть у меня есть помощники, переводчики, сурдопереводчики. Они вот мне помогают. К слову, Алибек Кунырбаев, выступающий в составе данного театра, более 10 лет играет разные роли, воплощая разные образы и восхищает зрителей своим талантом. Зарина Утбанова, Жанадиль Сагиев, телеканал Актобе.